Добрый день. Сегодня у нас второе практическое занятие. Тема занятий — построение объекта исследования в световом микроскопе. Одна линза, объектив, увеличение до 2000 кратных раз. Цель практического занятия – это углубить знания, полученные на лекции в обобщенной форме, и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. Итак, тема практического занятия – построение изображения объекта исследования в световом микроскопе. Одна линза, объектив с увеличением до 2000 крат. Для управления световым пучком используются волновые свойства света, отражение и преломление. На этом основано действие всех оптических приборов, будь то лупа, микроскоп, фотоаппарат, очки, или электронный микроскоп, или рентгеновский микроскоп, скажем, или ионный микроскоп. Главной частью всех этих приборов является линза. Но линза в этих приборах, она исполняется по-разному. Вот линза в световом микроскопе – это прозрачное тело, которое ограничено двумя сферическими плоскостями. Выполнена обычно в световом микроскопе линза из стекла различной плотности. Но бывают линзы из, скажем, пластмасс. А вот в таких микроскопах, как электронные, ионные, скажем, рентгеновские микроскопы, там линзы, конечно, выполняются не из стекла и не из пластмассы, а не из какого-то такого кристаллического вещества, а выполняется она в виде катушек электромагнитных, электростатических катушек и так далее. Ну, значит, линза в световом микроскопе – это прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими плоскостями, и прямая, проходящая через центры сферических поверхностей, ограничивающая линзу, называется оптической осью линзы. Точка О, лежащая на оптической оси в центре линзы, называется оптическим центром. Так условились оптический центр обозначать буквой О. При прохождении через линзу световые лучи преломляются дважды, как мы знаем. Один раз при входе из воздуха в линзу, и второй раз при выходе из линзы в воздух. И в результате этого все лучи пересекаются в одной точке, которая лежит на оптической оси. Эту точку называют фокусом линзы F, а расстояние от оптического центра до этой точки называют фокусным расстоянием OF. У всякой линзы два фокуса, по одному с каждой стороны. Выпуклая собирающая линза собирает лучи в одну точку. Вогнутая же рассеивающая линза, она рассеивает лучи. У рассеивающей линзы фокус мнимый, он находится на продолжении лучей в сторону обратной их распространению. Комбинации собирающих и рассеивающих линз, они применяются в оптических приборах, используемых для решения различных научных технических задач. Вы тоже, скорее всего, будете использовать такие приборы в своей либо научной работе, либо в дипломной работе. Какие основные характеристики линзы мы знаем? Это ее оптическая сила, это ее увеличение. Оптическая сила больше у той линзы, у которой фокусное расстояние короче. Оптическая сила – это величина, обратная фокусному расстоянию. Ее обозначают буквой D. D равняется единице, деленное на F. Измеряют оптическую силу в диоптриях. Одна диоптрия – это оптическая сила такой линзы,
фокусное расстояние которой 1 метр. Единица, деленная на 1 метр, равняется диоптрию. Линейное увеличение линзы – это отношение линейных размеров изображения к линейному размеру предмета, объекта. Давайте вспомним, как осуществляется построение предмета в линзах. Вот построение изображения, даваемое линзой, выполняется при допущении. Мы так допускаем, что используемые в пространстве лучи параксиальные. То есть они идут практически параллельно оси линзы или под малыми какими-то углами. Второе. Показатель преломления линзы не зависит от длины волны падающего света. И падающий свет монохроматический, то есть имеет определенную длину волны. То есть при построении мы исключаем хроматическую и сферическую аберрации таким образом. То есть наше геометрическое построение объекта, оно сводится вот к таким допущениям. Но мы знаем, что возможно три варианта расположения изображаемого предмета относительно фокусного расстояния. Но первый такой вариант – это когда расстояние предмета находится очень далеко за двойным фокусным расстоянием. Это, как правило, ну скажем, при съемке фотоаппаратом, можно сказать, когда снимаемые объекты находятся на расстоянии от фокуса объектива фотоаппарата. То есть это очень далеко расположенные предметы. Второй вариант – это когда объект находится между двойным фокусным расстоянием, он ближе, чем двойное фокусное расстояние, но больше, чем одно фокусное расстояние. Это, как правило, вот наши образцы так могут располагаться в световых микроскопах. И еще последний вариант расположения объекта – это когда объект расположен ближе, чем к линзе, чем фокусное расстояние. Но это такой вариант, когда мы пользуемся лупой. Мы под лупой рассматриваем букашечки, всякие разные, мелочь всякую разную, очень близко приблизив к линзе объект. И в результате получаем мнимый величины. Вот такие три варианта возможны расположения объекта относительно линзы. На этом слайде и на последующих еще двух слайдах показаны схемы построения объектов. Ну, на этом слайде показано изображение и объект, и видно, что оно лежит на продолжении лучей, выбранных для построения. Характеристика изображения: увеличенное изображение, мнимое, прямое и расположено по другую сторону линзы, что и предмет. Вариант, когда предмет расположен очень близко к линзе. На этом слайде изображен объект, который находится на расстоянии больше, чем фокусное, но меньше, чем двухфокусное. При построении пользуются теми же самыми лучами. Изображение лежит на пересечении самих лучей, то есть оно действительное,
Оно увеличенное, перевернутое, поскольку лежит по другую сторону от линзы, чем предмет. И у некоторых из вас будет такой, конечно, обязательно вариант задания. Кому-то из вас такой попадется. Ну, а кому-то, наверное, попадется такой вариант, когда предмет находится за двойным фокусным расстоянием. D больше, чем 2F. Характеристика изображений. Изображение действительное, лежит на пересечении самих лучей. Перевернутое, уменьшенное, поскольку лежит по другую сторону линзы, чем предмет. Ну, а на этом слайде приведена таблица с вариантами выполнения заданий, индивидуальных заданий. То есть каждый из вас будет выбирать контрольную работу или там, скажем, практическую работу по номеру, своему номеру в списке журнала группы. Что вам нужно будет в этом задании сделать? Определить линейное увеличение линзы. Дальше. Пользуясь вашими вариантами исходных данных из этой таблицы, вам нужно будет построить изображение предмета, объекта, даваемое линзой, и дать ее, и его этого изображения характеристику. Мнимое это или действительное изображение, прямое или обратное, уменьшенное или увеличенное. Ну, что сказать про варианты. Варианты имеют несколько условий. Первое условие выполнения по вариантам у вас такое, первое условие. Расположение рассматриваемого объекта относительно оптической оси. То есть три варианта расположения объекта относительно оптической оси. Если кому-то первый вариант достанется, там вариант А. То есть ваш объект будет лежать на оптической оси. Если попадется вариант Б, ваш объект будет пересекаться с оптической осью. А если вариант В попадется, то это означает, что ваш объект будет расположен над оптической осью. Что касается линз, фокусное расстояние линз, расстояние от предмета до линзы, оно тоже вам предоставлено индивидуально каждому. Фокусное расстояние, посмотрите, у вас разные линзы меняются. Вот здесь я вижу 16, 19, 18, 10. В общем, от 10 фокусное расстояние здесь до 19 миллиметров. Ну и расстояние от линзы до вашего объекта тоже имеет широкий диапазон. Каждый вариант содержит объект. Вот номер варианта указан около объекта. Что я вам могу сказать напоследок? Я думаю, что работа не вызовет у вас особых затруднений. Если что, откройте конспект лекции и почитайте его. Это та лекция, где у вас оптические системы, характеристики даны. Ну, я думаю, за неделю вы справитесь. Мне остается только пожелать вам успехов. До свидания. Жду ваших работ.